свежие новости. Не оставляйте сало на сковороде. Сало, что говорила? Сейчас Макс придет. Пиши, пока он. Что тут случилось? Я говорю, что тут угорело. Ну, как обычно, ну. Что? Кастрюлю поставили. Ой, забыли. Слава тебе, Господи. И забыли, все обошлось. Ой. Такие вот новости. Ой. Все нормально, да? Ой. Это не мое. Я сверху. Я сверху, да? Я все это обнаружила. Молодцы, это вы вызывали, да? Это я вызвала, да. Ну вот, дорогие друзья, когда уходите из дома, не забывайте выключать газ, проверять, перекрывать. Потому что из одной кастрюли приезжает раз, два, три, четыре, столько служб, и приходится, как говорится, тратить много средств на это. Собака была? Да, да. Собаку? Значит, они пошли гулять с собакой. Столько времени? Такие дела. На третьем этаже. Так что у нас в городе все оперативно, как вы видите. Работают все службы. Как мы видим, и скорая. Аварийная. Так что, дорогие друзья, зрители, подписчики, если вы видите, то есть задымленность, звоните сразу, не допускайте беду. Всем хорошего настроения, отличного дня. Все. На этом сюжет закончился.